Джимми Хендрикс. Обалдеть, это Джимми Хендрикс. Об этом ты и расскажешь. Слушай. Вот в каком удивительном все-таки городе мы живем? Слушай. А, все. Договорились. Хорошо. А вы знаете, кто такой Джимми Хендрикс? Конечно. Кто это такой? Наркоман. Наркоман? А, вот так вот к нему играет относитесь. На гитаре. Играл на гитаре. Играл, ну помер. Да, помер. Вовремя? Ну а что, а так бы до сих пор употреблял бы наркотики. Привет. А кто сделал-то? А кто сделал-то? Кому понравилось так творчество? Наркоман американского. В Черногории. В Черногории живет? Он уже сейчас живет в Черногории, потом уехал в Москву, он мог и эти делать. Деньги мог подделать. Мог, да. О. Он такой изумительный татарин. Тоже татарин. Наркоман, наверное, вот, да? Смотри, татарин, который сделал граффити Джимми Хендрикс, уехал в Черногорию. И нам бы вот хотелось, чтобы кто-то вот все-таки сделал. Может, у вас есть знакомые? Что сделал конкретно? Подновил. Подновить хотят. Подновить, да. Слушайте, ну мы поднимем эту тему, я думаю, что это... Надо, действительно. Расскажем об этом, у нас же есть сейчас, делают красивые граффити. Конечно, конечно, сделайте, да. Пожалуйста. Здесь вообще можно. Я здесь живу, если что, тем более тут старший по дому, если что, я не против. А все тоже не против. Но только аутентично, чтобы все было. Может, еще какого-то музыканта здесь? Ради бога. Слушай, я предлагаю, знаешь, кого? Брюса Хака. А нет, я люблю Кузьмина. Кузьмина? Кузьмина? Можно. Можно. Вот это будет троица. Кузьмин, спасибо. Джимми Хендрикс и Цой. А вон Цой есть же еще. Да. Хотя бы восстановить вот этих двух. Да, да, надо. Хотя бы это. Красота. Красота. Обалденно. Ну, да, вот это же еще это не нравится. Слушай, я тебе дежурный вопрос задам. А ты-то знаешь такой Джимми Хендрикс? Наркоман.